We trekken nu uit Vladikavkaz naar Moskou. Dat is een rit van 37 uur in de trein. En volgens mij is de Russische trein de perfecte plek om uit te vinden wat het nou is, de Russische ziel. Hele boeken zijn er over voorgeschreven, maar wat is dat nou eigenlijk? Ik heb een tasje mee met gegrilde kippetje en wat wodka natuurlijk. En ik ga mensen hier eens vragen, wat denken zij wat het inhoudt, die Russische ziel? Добрый вечер. Вы к нам? В Москву? В Москву, Владикавказ, Москва. Ага. Проходите, да, пожалуйста. Спасибо. Вот туда? Да. Altijd met treinen ben je van plan om tijd te komen, maar aan het eind zit je altijd weer te haast. Elke correspondent die naar Rusland komt, heeft van tevoren een missie om al die clichés rond Rusland te ontkrachten. En ik had hetzelfde idee. Maar er is één cliché waar je eigenlijk niet omheen kan. Een cliché dat eigenlijk gewoon waar is. Dat er ontzettend veel gezopen wordt in Rusland. En ook als je daar niet aan mee wilt doen, word je er elke dag wel mee geconfronteerd. Als je niet meedoet met dat gedrink, word je als man in ieder geval niet voor vol aangezien. Осетинская водка? Да. Почему так много заводов, водка заводов? В Осетии вода хорошая. За счет воды она лучше. А вот товарищ... Потом. Мы вам выпиваем, хорошо. А потом уже разговариваем. Потом снимаешь, коньяк или водку? Русская душа. Русская водка. На водку. Журавли. Журавли. Хорошо. Одна из хороших водок. Так. В России. Ага. За знакомство. За знакомство, да. За знакомство. У нас много тостов красивых. Не тостов, а тостов. По-русски правильно. Я же не русский. Я же не русский. Я россиянин, но я не русский. Но я говорю, как есть. Ik kan me een rit van Petersburg naar Moskou herinneren. Er ging een man tegenover me zitten en zonder dat wij een woord met elkaar hadden gewisseld, pakte die man een fles vodka uit zijn tas, pakte een stapel boterhammetjes uit zijn tas en zonder me te vragen schonk hij twee glazen in. En toen pas begon het gesprek. En zo verscheen de ene na de andere fles uit zijn weekendtas. Het is ervan. Pivo тоже пьете, да? Я все. И водку тоже. Давай, так. Ну да, Путинку надо нам с ним обязательно. Пиво без водки – это деньги на ветер, да? Точно. Ты правда? Ты правда? Поэтому? За знакомство. Да, его есть за знакомство. За... Тюльпани? Тюльпани? Куждар забавтар чибажта. Вот он был махтар кудром. Его сам усавшая как она. Сколько граммов будет? 150. 150? Нормально, да? Нормально. Какие водки есть у вас? Одна марка? Нет, почему?
Звезда Ломбека, Путинка, русский стандарт. А что самые популярные марки? Самые популярные? Русский стандарт, кристалловская водка. Но почему водка как самый популярный напиток в России? Почему именно водка? Потому это, что может, он самый чистый. Душа? Самый чистый. А, русская душа. Точно, русская душа, да. Да? Водка. Да. Да. И она хочет, знаешь, как быть, русская душа, чтобы рядом с ним были хорошие, добрые люди. Всегда. Вот это русская душа хочет всегда, чтобы рядом были хорошие, добрые люди. Есть мужчины, которые вообще они вот пьют и не могут перестать пить. Есть да. Вот, например... Это, конечно, очень губит здоровье, но, увы, им не скажешь, не вот, пей. Вот, например, сейчас мне налить. А если им скажешь, не пей, они скажут, что ты меня учишь. Ну да. Ты а русские мужчины, они сильные? Насчет выпивки? Вообще. Как вам сказать? Сильный, я вообще-то с русскими мужчинами не очень-то общаюсь. Но я вот здесь вижу по работе, да, ну как... Они на выпивку очень слабые, русские мужчины. Братуха, очень слабые. Так что, это и губит наших мужчин. Ну да, нормально. 61 год. Нормально? А я еще могу на 150 еще поживу. Еще. Gemiddeld leeft een Russische man 59 jaar. Het leven kan elk moment omslaan en de dood is altijd vlakbij. Misschien daarom dat Russen veel meer van het heden en van het leven genieten dan Nederlanders, die eindeloos nadenken over hun moeilijke jeugd of hun leven 10 jaar vooruit plannen. Dat heb ik echt leren waarderen in Rusland. Скажите, пожалуйста, куда вы сейчас едете? Москву. Там мы день будем в Москве, затем во вторник у нас самолет. А куда вы сейчас едете? В Мельбурн, да. В Австралию? В Австралию, да. А вы, это ваша дочь? Да, да, это моя дочь. Маша. Мой отец. Да. Да, меня зовут Маша. Мы едем с моим папулечкой в путешествие далекое. А что случилось, чтобы вы летаете в Австралию? В Австралии живет моя невеста. И мы собираемся пожениться, возможно, да. Такова цель нашего путешествия. То есть мы предполагаем жить вместе в Австралии. Познакомились мы, поступили еще в 1981 году. Мы поступили в Луганский медицинский институт. Мне было 16 лет, ей было 17. Ну, вот, мы как ее зовут? Ирина. Ирина. Да. Со временем, по прошествии лет, чем больше лет проходило, тем какие-то возвращались воспоминания. Такие сложные воспоминания, вот, и ощущение незавершенности чего-то, или там вины, вот, или проблемы, или там, вот. И, конечно, это было, в общем-то, когда я получил от нее открытку. Открытку, да. Из Австралии, да. Это было... Какое картинка? Картинка, что какое-то побережье, там, вот, похожее какое-то курортное побережье. На ней было написано на английском. Я просто хотела сказать привет, если ты еще помнишь меня. Через письма, потом она начала звонить, потом это, в общем-то, переросло к тому, что мы писали письма каждый день. Вот. И она примерно раз в неделю звонила, мы говорили там от 2 до 6 часов вот, каждый раз. И, естественно, все это подвигалось к тому, что мы решили, что нам обязательно нужно встретиться. А что ты думаешь о отцу? Я люблю своего папочку и поддерживаю во всем. Но на самом деле, когда это все только начиналось, у нас была семья, вот, и я не понимала, что происходит. Ну, я была младше, это было 2,5 года назад происходило. Я была жутко обижена на своего папу, что он оставляет меня, брата, маму, вот так без ничего. Но потом я немножко... Ты вообще знала об этом? Да, да, знала, конечно. Вот, ну, мама там всячески рассказывала, что вот такой негодяй мой папа и все такое. Но дело в том, что с Виталиком с самого раннего детства очень близкая связь, ну, такая духовная, возможно. Я очень люблю его, так, мы такие, ну, друзья. Ну, когда мы решили, я сказала, что
я не смогу без него жить. Вот. Вот. И решила уехать с ним. А что вы оба думаете? Это не удивительно, как жизнь можно изменить? Это очень, так. Это удивительно. Очень просто, удивительно, да, и страшно, да, на самом деле. Страшно? Да, очень. Да, то есть, как говорил Дон Хуан Матус, да, жизнь прекрасна и ужасна одновременно. Russische dichter die zei het al. Rusland kan je niet begrijpen. Rusland kan je alleen maar geloven. Просто когда сделаешь свои дела, там приберешь, пообщаешься, раздашь чай, потом просто вот свой вагон люблю. И это как ваша квартира здесь? Ну, я полжизни провожу здесь. 4 дня здесь, 4 дня дома, да. 35 часов получается. Да, 35 часов. Да. Что для вас идеальная мужчина? Да, надежный, сильный, прежде всего. Ну, о верности мужской не будем говорить. Человек, с которым тихо, спокойно. А вы с мужем расстались? Я с мужем рассталась. У меня дочь 12 лет. У меня муж осетин. Почему вы решили расстаться? У нас там лично. У меня муж просто-напросто, если уже вот так провокационные вопросы, мой муж просто употреблял наркотики. И я сделала свое решение. Чем мучиться всю жизнь, мучить своего ребенка, я приняла такое решение. Тем более, есть люди, у кого есть желание излечиться. У него на тот момент не было. А сейчас мы просто не общаемся. Может, он и не принимает на данный момент. Вы знаете, если он жив сейчас? Он жив. Он после этого еще был в браке. Я знаю, что, в принципе, да, он жив. Я рада, что у меня дочь. Здоровый ребенок, это важно. Она у меня умница. Это моя заслуга. В принципе, он ее в воспитании не принимал никакого участия. Я рада, что... Я не самая слабая женщина на этой земле. Может, не настолько сильна, как вы, мужчина, но все равно. Давайте, я посмотрю билетик и запущу вас. Это билетик покажет, что вы правильно. Что вы опоздали? Да, вот опоздали. Москва, 5-й класс. Да, пойдешь, пойдешь. В ту сторону, мы даже не поцеловались. Поцелуй при встрече теперь уже. Кошмар. Зай. Да у меня ноги подкосили, знаете. На каблуках. Сейчас телефон сел. Дешево. Хорошо, хорошо. Все. Сейчас 2 минуты останется. Идите, давайте, конечно. Нет, тоже удобнее пока стоит. А ему тоже удобнее пока стоит. Идти тоже удобнее, пока стоим, двери, все. А так Бога ради. Все, любимый, тебе будем здесь встречать. Хорошо. Все. Бежите, езжайте домой. Все, ладно, давай, сейчас давай. Зоя, вы думаете, что когда-нибудь фильм? Может, половину? Да, половину. Каждая женщина, каждый человек
надеется найти свою половину. Вы не мечтаете найти свою половину? Тоже, тоже мечтаю. И половина... С кем тебе комфортно на сегодняшний момент? Может быть, уже хорошо быть одна, что больше нет, свобода. Одна, свобода, да. Человек, когда придет возраст, когда дочь выйдет замуж, куда я денусь со своей свободой? Нет, человек, вторая половина нужна все равно. Я так считаю. У меня все мои предки, моя бабушка прожила почти 64 года в браке. У моей мамы жизнь не сложилась, моя тетя прожила 40 с чем-то лет в браке. Я вот на их пример смотрю, и, конечно, хочется семейного счастья, прежде всего, женского семейного счастья. Normaal is het eigenlijk een vrij goor instituut, in bijzonder de wc's. Maar nu weten ze dat we gaan draaien en is er ook een mannetje mee die alles in de gaten houdt. Ik ben er naar de wc geweest en ik heb nog nooit zo'n schoon toilet gezien. Er was handzeep, er was een luchtverfrisser, er stonden 3 rollen toiletpapier. Normaal moet je je voorstellen, is natuurlijk geen toiletpapier. Maar echt, Russen leven in de trein. Zodra ze in de trein zitten, installeren ze zich en is het alsof het hun huiskamer is. Dat is echt heel mooi. In Rusland heb je de paradox dat vrouwen zich consequent zwakker vinden dan mannen. Het is nog een heel traditionele verdeling. Terwijl in werkelijkheid niet de mannen, maar de vrouwen de dienst uitmaken. Het zijn de vrouwen die een week vrij nemen van werk als een man zich bedrinkt. Of het kind opvoeden als de man is weggelopen. Niet voor niks waren het de vrouwen in de trein die de meest zinnige dingen zeiden. Че, Кутя? Один раз сынку кушать дашь, и они будут каждый день приходить и кушать, просить колбасу собаки. В один тот же вагон, кстати. Иди самим, кушать нечего. Откуда вы сейчас? А сейчас я в Ростове села. А в Ростове там в гости были? Да, в гости. Друзья? Нет, сын у меня там. Он там живет? А? Он живет в Ростове? Нет, он в Таганроге живет. Знаете такой Таганрог? А, да, я думаю, дом Чехов. Да. У него здесь. Да, 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 он, да. Там... да. Да, 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 Чехов. Это красивое место, Таганрог? Да красивый, но ветреный. Ветер сильный, там же... Море. Да. А почему в России у всех есть такие участки, дачи? Кто может дополнительный приработок, как нам, вот, пенсионерам? Все дорого.
а мы сами себя обеспечиваем овощами и фруктами. Тогда уже дешевле получается. А вы продаете и картофели? Ну, нет, иногда ягоды. Ягоды? Ну да. Черная смородина, там малина, клубника. Ну, иногда там несколько ведер картошки. На 500-х надо все же посадить. А Лидия, кем вы работали раньше? Оператором когда-то было у нас машиносчетное. На германских машинах, аскотах работали. Это когда-то было, сейчас это уже ушло. Уже нет? Нет, сейчас уже прогресс. Ik denk dat veel dingen die ik in Russen bewonder, zoals vindingrijkheid, humor, gastvrijheid, de lust om te leven, maar ook dingen waar ik een hekel aan heb, zoals dat wantrouwen en die obsessie met alcohol, allemaal voortkomen uit de noodzaak te overleven. Als dingen vaak stuk gaan, word je vanzelf handig. Als je zelf in de problemen bent geweest, word je vanzelf gastvrij. Als de dood zo dichtbij is, geniet je vanzelf meer van het leven. Als er geen eten is, dan verbouw je het. En als je het echt niet meer weet, lach je erom. Of verdrink je je problemen. Здравствуйте. Вкусная еда. А местная вкусная пиво у нас местное. Дур. Пиво? Да, пиво местное. А где? Дур. А вот я вам покажу, смотрите. Вот таких вот бутылочках, вот Дон. Вот таких вот. Есть Дон такое живое. Есть вот в таких вот бутылочках. Вот. Это местное наше пиво. Больше, больше. Еще больше показать, да? Это тоже пиво, да? Это 2,25. Так. Давайте, может быть, самый маленький я. Самый маленький? Да. Что самые вкусные? Самые вкусные пирожки у нас, самые вкусные, русские. Русские пирожки? Пирожки, да. А где? Беляши, а вот у меня в коробочке там, горячие. Горячие? Горячие, горячие. Свежие? Да. Хотите с мясом там? Ну, давайте один просто. Русская это придумали, что держит тепло. Русские это придумали? Да, как же. А почему именно русские придумали? Ну, видите, надо же как-то выходить из положения. Раньше были бачки специально такие, бабушки наши ходили, торговали. Бачок такой, он держит теплоту. А как они выглядели? Ну, они круглые были такие, и внутри видно, типа термоса, знаете, такие были. А вот сейчас вот мы делаем вот с пенопласта. Пенопласт, он же тепло держит, и вот с ним делаем. Это потому что в России часто холодно, да? Да. А здесь зимой сколько здесь градусов? Когда бывает 30 и больше. Вот у нас даже вот не зима была, ну вот осенью было 12 градусов. Хотя ни снега, ничего нет, просто на голую землю. Удивительно. Так, сколько с меня? С вас 30 рублей. 30, 50. Я вам плачу сейчас, да? Это мое, да, собственно. Да. Собственно? Да, есть картошка горячая даже. Горячая, да, картошка? Да, горячая картошка. Где? Есть, покажи, Галечка. А это что, вы в день Дона будете показывать или что? Как бабушка себе на проживание зарабатывает. А, это за проживание? Да. Это о пенсии. Где? Прячьте, ничего, прячьте горячий, картошку. Да? Горячая, спрячьте картошку. Сколько картошки? 30 рублей. 30? А сколько пенсии тогда вы получаете? А у меня пенсии еще нет, я еще не заработала ее, еще год до пенсии мне. А кем вы работаете? Я дворником работаю. А сколько там получаете? А у меня 2800 зарплата. Да. За месяц? Да, за месяц. Поэтому очень мало. Это да. Как поэтому еще, вот да? Это вот мой заработок еще. Да. Вы все, да, здесь? Всегда, каждое воскресенье. Знаем, конечно, друг друга. Каждое воскресенье вот здесь. Та неделю работаю, воскресенье здесь работаю. Это самый главный поезд? Нет, здесь много поездов идет за целый день. Да, вот целый день работаем. Здесь заработаем рублей 300-400. Идем радостные домой. Можно. А что вам дать? Картошки хотите? Горячие? Это спрячьте в сумку быстро, Натя, а то мент идет. Какой город Лихая? Это хороший Лихая. Город? Это, ну, был достаточно богатым край, потому что шахты были, а сейчас шахты позакрывали. Все безработные, очень тяжелая жизнь.
в Липой. Все шахты сейчас закрыли. Да, все шахты закрыли, поэтому сейчас очень трудно жить на Лихой. Очень. Мы пожилые никуда не уезжаем, а молодежь убегает отсюда. В Ростов, Новочеркасск убегает. Что, сынок? Семечки. Семечки. Сказать, потому что не знаю. Как тебе показать? Ну, вот ее нужно вот зубами ты прищепишь вот так вот. Да. А? Вот смотри, там открылось. Вот тебе семечко. Понятно. Попробуй. Такое вкусно. Хочу. Сколько попробуй. Стоит? 10 рублей. 10? Ага. Так. 800. Спасибо. Сильно помоги. Без хлеба, без хлеба помоги. Да. Здесь? Пожалуйста. Спасибо, дай мне. А вы тоже в Москву едете? Да, я там живу, родилась коренная москвичка. А в Владикавказе что? Мы работали там, вот как бы, сейчас я рассказывала же. Угу. Там проводился общероссийский конкурс в Владикавказе. Конкурс для воспитателей, для педагогов общеобразовательных учреждений, который назывался «Воспитать человека» со всей России. Угу. Это был как бы уже финал, выбрали лучших педагогов. Воспитатели детских домов, школ, заместители директоров. И они участвовали в конкурсе, и лучшие из них выиграли медали, награды, ценные подарки, деньги. И действительно, все дни Осетия нас горячо и тепло принимала, Кавказ. Задарили нас подарками, накормили осетинскими пирогами, мы вот несколько пачек с собой везем. Да. Вот. И, конечно, такие небольшие. Да, нам показали, рассказали. Мы ездили в Беслан непосредственно, в ту школу, которая была, то есть место трагедии. Да, конечно. И ездили в две новые школы, которые построили уже после этой трагедии. Общались с детьми, с учителями, которые были на месте, вот как кто был в заложниках. И... А мы тоже были в школе. Как ваше чувство? Вы знаете, так как я как психолог, я, ну, конечно, может быть, не как обыденный человек, мне легче это воспринимать, но было страшно, больно. И, конечно, один вопрос вертелся. За что, да? За что дети? Потому что они, ну, дети меньше всего виноваты. Вот. Правда. И... Самое ужасное, то, что когда мы приехали на мемориал, вот этот вот как раз, где, который называется «Город ангелов», мы ходили, вот как раз смотрели на эти детские лица, там очень много стихов, везде очень много воды, потому что в течение нескольких дней, когда они были без воды, поэтому традиция обязательно ставить, открывать воду. И там была женщина, которая является мамой молодой учительницы, которая погибла, она плакала, и вот даже я, психолог, я ничего не могла сказать, я ничего не могла сделать. Единственное, что могла... Помогать, да, даже я, психолог, единственное, что могла сделать, я дала ей просто платок. А Света, что... будет первый, ну как, ты приедешь в Москве, что это первая вещь, что ты будешь делать? Поцелую любимого человека, по которому очень соскучилась. У меня должен встречать в 6:30, либо, может быть, я даже выйду раньше. Очень соскучилась по любимому человеку. Он тебя ждет на перроне. Но еще пока не ждет, пока еще дома, да, очень соскучилась. Потому что, как говорится, в гостях хорошо, дома лучше. А Света, почему ты именно его любишь? Ну, потому что, во-первых, ну, не знаю, как это невозможно объяснить, да, для меня любовь – это то, что вот где нету критериев, вот я тебя люблю за это, за это, за это, вот, это что-то необъяснимое. Во-вторых, это, ну, как бы, если есть хоть какие-то там ориентиры, да, на, ну, какой мне человек там нужен, может понравиться, то есть. Для меня очень важно, чтобы мужчина был уверен в себе, и он был сильный. Я сама очень сильная, поэтому со слабым мужчиной я просто не смогла не построить какие-то серьезные отношения. Во-вторых, у него должно быть чувство юмора, без этого в России никак. Да, вот, это да, что-то да. Чувство юмора, мужики, это, да? Ну да, чувство юмора, это важно с точки зрения того, что наша жизнь тяжела иногда. И если с юмором к этому не подходить, можно, ну, много потерять, можно быть в постоянном стрессе. И вообще вот юмор, он позволяет к жизни относиться более легко, более гибко. То есть в чем Россия, особенная обстановка, все очень постоянно меняется. Меняется в том числе и к лучшему. Для этого нужно адаптироваться. А юмор – это очень хороший такой клей, который склеивает эти вот эти постоянные изменения. А есть такой, как типический русский юмор?
Может быть, анекдоты? Есть, конечно. Вот я могу привести пример. Это вот Задорнов, вы наверняка знаете, известный наш юморист. Он вот про поезд. Мы только что шутили. Хорошо, про поезд. Про поезд. Давай. Значит, получили мы только что белье. И только что прям был такой у нас смешной прецедент. Берем белье, и оно мокрое. Что человек не русский будет возмущаться? Как белье мокрое? Мы радуемся, значит, оно чистое. Значит, его стирали. Где вы висели? В Беслане, висели, да. Вы знаете, ты там знакомые там были в школе? Да, я сама была в теракте. Сама все три дня была в теракте. У меня там был внук, внучка, сестра, племянница. Внуки я вышли, сестра осталась, племянница осталась. Там погибли. И внучка моя погибла. Там 9-10 лет внучке, 44 года сестре. И 9 лет племянницы. Мои фотки. Это моя внучка, это сестра, это племянница. Внучке 10 внучка, лет. Вы можете показать? Это сестра. Какие ее звали, извините? Вулаева Алана. Алана, да? Алана, да. А скажите, пожалуйста, какая она была? Она... Так хотела жить, так хотела любить. Так я как-то ей задаю, говорю ей: Аланочка, ты даже не представляешь, она была, отца у нее не было. Отец погиб до ее рождения. И воспитывала ее я. И вот я ей говорю: Алана, ты даже не представляешь, сколько я тебя люблю. Я тебя так сильно люблю. Она говорит: ты даже не знаешь, сколько, я даже не могу тебе ответить на это, сколько я тебя люблю. Говорит: я знаю. Я говорю: сколько? Не больше, чем я тебя. Она мне отвечает. Я сама бы никогда не додумалась вот такое сказать. Она говорит. Потом ее мама как-то спрашивает, ее в Канаде живет ее мама. Она ее спрашивает: Алана, кто у тебя красивее всех в классе? Он говорит: мама, в смысле после меня, что ли? Вот такой ребенок. Да. Вот она считала себя вот, да, что она вот самая лучшая, самая красивая, самая хорошая, вот такая она была. Умная, да? Да, была девочка очень хорошая, очень. Она хотела, да, я ей говорю, она говорила, я буду фотомоделью. Я говорю: Аланочка, фотомодель это, говорю, по возрасту, говорю. Потом, говорю, постареешь, говорю, уже это. Ладно, я буду врачом, а по выходным фотомоделью. Вот она все время вот так говорила. Ладно, хорошо, бабуля. Ты хочешь, чтобы я врачом была? Я буду врачом, а по выходным буду фотомоделью. У нее под подушкой была вот такая надпись с этим, с Христосом. Вот с церкви вот это. Она говорит: прошу Боженьки, чтоб помог мне, чтобы я смогла уехать в Канаду. Мы сколько раз я их возила, не могла никак визу сделать. Чтобы она помогла, чтобы он помог мне соединиться с мамой, чтобы мы все вместе дружно жили. И бабулю я взяла с собой. Вот, вот прямо вот так вот пишет. И чтобы бабулю взять с собой. Я говорю: мамой еду пошли. Ik had dat meisje al eerder gezien. Ужасно. Все, у меня убили мою жизнь. Вот она, моя девочка. Хорошая. Хорошая девочка. Она, видите, какая? 92-й год, год обезьяны. В основном все. А вот ее подружка. А у вас есть семья? Конечно. У меня двое детей, у меня две внучки.
И я с большим воодушевлением смотрю на то, например, как учатся мои девочки. Они учатся в элитной гимназии. Слава богу, они родились красавицами. И я считаю, что у них великое будущее. Великое будущее. Мы даем им прекрасное образование, хорошее семейное воспитание. И я думаю, что они будут очень успешны в своей жизни. А вы тоже были в этом конгрессе? Да, я тоже. Вы любите вообще путешествовать? Очень. Да? Очень люблю. Куда вы были, например? Ну, и в России я везде была, во многих местах была. А кроме того, конечно, я очень люблю путешествовать и по миру тоже. Я была во многих странах. Вы знаете, а Россия вся прекрасна. Куда бы ни поехал, в каждом месте России есть такие места, от которых невозможно оторваться. Людмила, вы можете объяснить, что это такое русская душа? Ну, говорят, русского человека, как медведя, вот не зря медведя, его нельзя трогать. Вот его нельзя палкой вот так вот. Он будет долго сидеть в берлоге и будет долго терпеть. Но потом, когда ты его тронешь по-настоящему, вот тут-то тебе конец. И вот правильно сказали, знаете как, люди русские, в них удивительная есть вещь. Они сплачиваются в минуты какой-то вот действительно страшной силы. Вот была война, и даже вот у них сплочение сумасшедшее. Они не щадят себя. Вот понимаете, как будто вот им нечего терять. Вот они лягут на амбразуру пулемета, они убьются, но свое они отстоят. Ни шагу не двинутся назад. Безудержная стойкость, когда они думают, что это правда, тут русского народа, русский народ не поколебать его волю. Вот эту вот страстность никто не может. Никогда. С русским народом надо жить всегда. В мире и добрососедстве. И понимать все это. Не злить. Не приводить его в состояние агрессии. Не стоит, нельзя. А Людмила, вы любите свою страну? Очень. Очень. Вот эту вот подарил мне владыка, вот с Иерусалима привез и подарил мне. Вот ехал с Израиля и с Иерусалима и подарил мне. А что Бог знает для вас? Значит, я поняла его, вот, да? Да. Что Бог значит? Когда человеку плохо, то как к нему обращаешься? Вот я знаю, что когда хорошо, редко кто вспоминает. И когда просишь о чем-то, вот бывают у всех критические ситуации, просишь, а потом получилось, как ты хотел. Поблагодарить мы почти все забываем. Ну, для меня очень много. Как-никак, я осталась одна. Молодая мать с ребенком. Я уехала на север. Вышла с аэропорта, мне некуда было идти, было 20 февраля, минус 50. И 7 дней я жила у посторонних людей просто. Я считаю, что меня Бог просто не оставил. И через 2 недели я нашла работу. В Норильске очень трудно устроиться, это закрытый город вообще. И 7 дней я прожила у аварцев, у посторонних вообще мне людей, с кем познакомилась в аэропорту. И, ну, все воля Божья, я так считаю. Цитировать, потому что не голословно, я правда люблю Есенина. Это мой любимый поэт. Так как я романтичная натура, в принципе, он писал о любви, очень красиво писал о любви, очень красиво писал о природе. Заметался пожар голубой, позабылись родимые тали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был до женщин и зелий опадки. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий омут, и чтоб прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому. Поступ нежная, легкий стан. Если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Мне бы только касаться руки и волос твоих цветом в осень. Я б навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Als ik in Rusland ben, mis ik de voorspelbaarheid en de vrolijkheid van Nederland. Maar als ik in Nederland ben, mis ik het avontuur en het drama van dit land van poëzie-declamerende conducteurs. Ik heb ooit een documentaire gezien over een soldaat. Over zijn tijd aan het front zei hij: "Het was een verschrikkelijke tijd, maar het was de mooiste tijd van mijn leven." Zo is het voor mij ook. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навруз три короба, пусть удивляется, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечке. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Thanks for watching the video. If you like this, don't forget to check out the other channels of VPRO. And of course, don't forget to subscribe.